умеет это делать вообще. Ой, ранний раш, это так страшно. Ставишь, если за зергом сделать ранний раш, то против потомок это все загнется. Два выстрела по зергу, это уже загинается. В любом случае, если еще идти быстрое развитие, там, то все, то... Тут но хотя бы главное... видно, кто как грузится. А главное, короче, это как... Если кто-то из нас попадет с Дениской, ребят, можете вешаться. Если Дениска рак, то вы нихуя не сможете делать. Нет, если Дениска рак, Дениска не будет ставить опухоли и не будет развивать свою хуйню, на которой вы не можете строить. А так все заебись. Давайте без аирок или с аирками. Просто если с аирками, там есть кое-что такое. Да что-то... не понимаешь, что такое аирки? Да ладно, матерый. Да ладно, пофиг, как хотим, так и играем, все. Что, серьезно? Все равно у меня 40 минут осталось, я за 40 минут должен пройти. Что такое? Бутылка упала прям. Да. Бутылка! Бутылка! Валера, а Валера! Алкаш! Короче, да нет, играл... Ясно, понятно, что ты делаешь. Да тихо, да короче, играл в Dungeon Keeper, и там, короче, пиздатый переводчик, он вместо батл, это там битва или что-то типа того, да? Он вместо битвы перевел «бутылка». Понимаешь? Вместо батла — бутылка. И получается, как бы не идешь на войну, а ты идешь на бутылку. Вот на этой карте мы с зомби играли. Я почти загрузился! Я думал, я самый последний загружусь. По-любому против нас играет куча профессионалов, которые победят нас на первой же секунде игры. А, особенно Фаери Пухи. И Артемий. А мало ли, может они до этого. Фаер, я знаю, огненный. Это Фаери. Ну, это Фэри. Короче, Фэри. Короче, порошковая... Готовность. Только у меня, походу, и у него. Раз, два, три, четыре. Четыре. Но у полоска полная еще не считается. Какая готовность будет написана, это тогда. Она не пишет. Уже не написана готовность. Это просто с той стороны написано. Это у тебя написана готовность, а у нас нет. У меня написано у Фэри Пьюси готовность. Да, у пизды. Короче, у этой хуйни готовность. Короче, чупа-чупа загрузился, все, вперед. Варика, так. Чуваки, не будет сегодня. О, Пашка, тебе повезло, ты рядом с Дениской. Дениска, ты только Пашку не закрывай полностью. Ладно. Ну, слизью своей, это он строить тупо не сможет. Да я понял. Может, разведку кто-нибудь сделает? Я думал вообще протосом пойти на базе врага застроиться как-нибудь. Может, пойти попробовать? Зафотонить! Не... как мысля. Неплохо, но... Только зря я туда пискал, ну ладно. Пойду... Так, кто-то уже пошел, Валера пошел. Ладно, Валера, тогда ты будешь фотонить. Я не фотоню, я разведка. Фотонь, блин! Я не буду фотонить! Я говорю фотонь. У меня ресурсов не хватит, понимаешь? Хватит, если ты не будешь никого не нанимать. Почему я не должен никого нанимать? Потому что я так сказал. А что нахуй? Тебя никто не спрашивает. Так, здесь у нас зерк. А кто сказал, что я варик продал? Кому ты продал варик? Тут пишет Коша, как ты мог варик продать за какой-то жалкий... Во-первых, он не жалкий, а очень даже хороший. Во-вторых, никто ничего не продавал. Думайте своей головой, как я могу варик продать? На наши зонды напали. Да. Бедный зон. Валера, где еще двое? Кто? Ты еще двоих не запалил.
Да, да. Все верно. Бля, Денис, у тебя самая охуительная в мире ранняя атака. Вот просто охуение этой ранней атаки в жизни не может. Не атака даже, дурак. Нет? Извини тогда, Денис. Это типа разве... А нахуя ты его разведываешь, если там понятно, что там этот как... А, подожди, у нас два... Меня разведали, охуенно. Ваши союзники вступили в бой. И такая тишина настала. Ой, они уже фотонки поставили. Походу знают, как играть. Что там эти фотонки ставить? Ну, против такого количества войск, как у Дениски, они крайне эффективны. Блять, против двух зергов, ну пиздец. Чтоб не палил. Дениска, ты там поосторожнее, а то они тебя зафотали. Не, Дениска, ты не подумай, я серьезно. Блин, что-то у меня камера лагает. С кем не бывает. Почему мой чувак сказал to the wall? Но он еще и говорить умеет, ну ладно. Блять. Кто лагает? Тот же вопрос. Всегда есть силу. Сраные пионы! Лаги! Дениска тут слизь на меня идет как бы. Ай. Слишком сильно развил сейчас, а ты. Хотел в сторонку ее сделать. Все, дальше после этого не будет. Конечно, в сторонку он хотел ее сделать. Конечно, конечно. Я не рассчитал. Да. Эти минералы меня скоро уберут. Так, качаю сразу рывок. Тут и волк качаешь. Короче, чуваки, если что, если вдруг мне понадобится и ваша небольшая помощь. Ну, у меня 6 зиотов, точнее 5 зиотов, 2 сталкера, уже 6 зиотов. Ну, я уже могу помочь чуть-чуть, чем... А можете вот эту хуйню поломать, потому что... Вы мне, по крайней мере, очень поможете. Охлаждающая башня! Да-да, и тот же там сидит. Ради охлаждающей башни я даже пойду туда. Дениска, и на нее. Только убери тех зергов, которые там. Дениска. А? Дениска! А все, Паш, можешь. Я зря сюда приходил. Окей. А нормально. Вдруг бы там подошел батальон. Блин, так непривычно, все такое маленькое. Такие малюсенькие тараканчики. Играть в окне. Просто зашибись как. Блин, подождите. Вы все заразы, я скажу. Валера? Валер? Все. Yeah! Валера погиб. О, фрескался. Да ёпта! Паш, ты здесь? Здесь. А то я думал, даже ты улетел. Фуёры сраные. Да как, Валера, ты задолбал? Он уже в сети сейчас вернется. В сети, да! Валера! Сразу видно, кто видюху смотрит. Да, Валера видюху смотрит, у него нет от бога. Блин, если он сейчас вылетит, тут фигово будет.
3 на 4, значит затащим. Он не вылетел! Надеюсь. Блин. Я его свернул. Ой, так. Ну и разворачивайся, игра. Да ты задолбал! Задолбали вы! Ну извини. Все. А что тут происходило? Ты вылетел. Улагал ты! Я вылетел? Ну я на недорогу вылетал. Мы подумали, ты уходишь от нас. Да, Денис, скажешь, чуть не обоссался. Э, кого атакуют? Мою базу атакуют, фак! Где виспен добывать? Тут какой-то рак. Объясните ему, где виспен. Он второй Nexus построил прямо на базе. Какой хороший человек. Кого Валер! Такой? Черт, он рашит зергами, затолбал. Дениска, качай крылья. Качну уже, окей. Так, надо фотонки поставить. Соглашусь с тобой полностью. Так, он сейчас дико тупанул. Да, чё всё зависло? А, всё. Дениска, ты в курсе, у тебя там работник с виспеном стоит, ничего не делает? Где именно? На базе. Вижу, сейчас. А, увидел, всё, это я тут. Его посылал. Бля, эти лаги мне не дают сосредоточиться. Соглашусь полностью. На игре. Сейчас, чуваки, 5 секунд и поддержка подойдет. Скажите ему, как виспен добывать. Строишь экстрактор, ёпта. Он построил, он не знает, как работников послать, походу. Работников против экстрактор. Блин, мы уже и так ему сказали, как делать. Союзники вступили в бой. Я пришел. Фотонки сейчас будут, ребят. Валер, я тут дефью слышал. Фу, блин, Валер, баш. Так, они нашу базу сверху там обходят. Я и дефью ее стою здесь. Так, я сейчас буду эти строить, как их называют. Призмы. И потом на базу сразу рашить. Паш, если что, помогу. Да блин, блин! Так, окей. Так, самое главное, надо построить, как их называют, этих там высших тамплиеров, обязательно. Короче, все, ко мне никто не пройдет. Пошли они нафиг. Норм. Ха-ха, ни хрена. Надо тоже построить материнку. Блин, у меня виспена нет ни хрена, зато до хрена минерала. Я сейчас все потратил тоже. Так. Роботик. Во-во-во. Наши союзники вступили в бой. Так, иду на подмогу. А, или вам не нужна подмога? Не надо, я стою специально здесь, дефи. Я вот боюсь за вот эту сторону. Охуеть! Нужно то, что, короче, вообще у меня нету. Мне нужно больше пионов. What the fuck, у нас инвизник только что по базе бегал. Ну если он пробежит рядом с моими этими фотонками, то он... Я детектор поставил, не волнуйся.
Так, да, надо эту штуку и... тоже построить будет, как его, наблюдателя. Лаги! О, Паша. Теперь я лагаю, отлично, Валер, ты меня заразил, спасибо. И пошел в попу. Так, надо будет новую нычку мне захватить. У меня тут заканчивается. Вот эту, пожалуйста, не пробуйте. То... Так, ну тогда я к этой пройду. Потом эти пидеристические существа все посносили. Месторождение минералов истощено. А здесь эта нычка не занята. Тут как раз заодно их две. Если кто что, может кто-нибудь присоединиться ко мне. Куда? Не видел. А, окей. Блядь, нахуя это сделал? Месторождение минералов. Ой, сейчас колосы пойдут. Блядь, вот меня больше всего прикалывает, что воздушки могут быть по колосам. Ну, потому что колосы на уровне воздушек, поэтому. Да. Логично, как бы. Какую логику вообще? Да, ну нахуй. Такие игры. Месторождение минералов истощено. Так, у меня и наблюдатель тоже есть теперь. А вы не знаете? А, все. Что так? Все, нормально. Требуется больше виспен. Чертов виспен! Чертовы лаги! Чертова шишка. Новое оправдание. Можно было бы минерал обменять на виспен. У меня 3 косаря вис... этого... Как его? Вис... этого... минерала. Пойду. Блин, я все, ну шторм забыл качать, зашибись. Все, пошел качать. Я вот забыл кое-что вкачать. Кап-кап. Ну про что? Я пещеру забыл вкачать, вот что скажу. Пещеру. Пойдем откроем дикую пещеру, дружище. Пойдем, друг мой. Че я за хуйню вижу? Мы откуда знаем? Вот именно. Какой-то друг нахуй, о чем? О чем мы вообще? Тупой StarCraft даже не знает. Вот в варике это можно было, а тут это нельзя делать. А, нет. Так, что там пишут? Дядь, иди нафиг, ну иди и ты туда же, иди в старик игра. Вот и пойду, ну иди, печаль, беда, грусть, обида. Держи. Ну парю, у тебя нет. Пойду, когда игра закончится, есть бастун. В брик хотим. Нас атакуют. Лоу. Зашибись просто, атака, просто ультра-атака, тактика, я прям преклоняюсь перед мощью этой атаки. Ребят, давайте, пожалуй, вот там разведаем, там. Сейчас. Валер, у тебя же есть авианосцы? Тогда я не буду строить. А, блядь, сука, вас тоже будет там. Ну ты ебанутый. Ребят, я не буду играть в Стварик сегодня. Как вы это не поймете, а? Как вы поймете это наконец? Кто червя тут открыл? Дениска, чую ты... я! Чего? Дениска, твой червь был только что. Где именно? Я не знаю, где-то... Вот... Ну я послушал, вот, где... вот здесь камера где-то у меня была, я слушал червя. Вот здесь вот. А. Вот так. Вот так, блядь. Так, значит мы наступаем потихоньку, я отправляюсь стой, тогда. Стой, 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 тихо. Я к Дениске присоединюсь пока. Мы
Я лагаю, даже рабочих не могу выделить из-за лагер. У меня все вообще отлично. Не, у меня с опозданием все действия идут. Ну потому что, видно, я хост еще транслирую. Ну, ты хочешь сказать трансвестит? Иди нафиг! Я почти. Артемий, извини. Вон так надо было. Он сказал ноу-хау? Кто? Этот. О, ВГ Павел! Ахаха! Умри, Пашка! Пашка, я убил твоего Зила там. Ха-ха-ха. Зачем? О, они тут! Пофиг вообще. Так, включаю призмы. Вообще беспалевно. Кто-то замедляет игру. Ты как посмел замедлить игру? Тихо, парни, чего вы так палитесь? Вот теперь пошли какие-то лаги. Они что, даже не развивались, что ли? Чего они еще даже? Они даже не развивались, что ли? Почему? Посмотри, мы их считанные секунды затащили. Зелд замедляет игру. За сколько можно игру замедлять? Я тут приношу свой доход пиздатый такой. Я даже, в принципе, нихуя не прокачивал. Опа, там у Артемия такая штука плохая, вот это вот. А нет, это Кумсд. Кумсд, у тебя там плохая штука, я должен ее убить. Извини. Но эту гадость вообще нельзя видеть. Ето победа, друзья мои. Если бы еще не лагало, да, вот это было бы реальная победа. Ну такое нереально, Валер, ты знаешь. Но тем не менее. Достижится правосудие. Тем не менее, мы тащим. Да. Я из-за этого телефонного разговора потерял 5 минут. Ой. Так, теперь там их базы. Надо мочить более сильно. Я даже свою золотую армаду не стал строить. Построил там одну четвертую ее часть. Пашка, ты слишком поздно придешь. Хотя, возможно, и нет. Колосы добьют. Не слишком поздно, потому что это не золотая армада, это одна ее часть. А где у них еще база вроде? А, вон. Будь так здоров. Спасибо. Кто пришел сюда с материнским ядром? Я, это. Не, это не мое ядро. Мое ядро уже убили. А нахуй ты сделал ядро? Я хотел материнку, мою материнку убили. Как-то. Материнку. А чё вы ржёте? Чан. А кто ещё остался? Мы же только троих убили. Ты ещё спрашиваешь? Они просто лошары, они бы могли нас зарашить ещё в самом начале игры. Но... Наша защита не сломана. Нет, даже не защита. Тогда, когда я бегал, разведывал, там была в натуре нормальная такая кучка зергов.
Но он не послал ее, когда у нас было... У нас вообще не было, ну, у вас, точнее, не было вообще обороны, но у меня стояло три фотонки, и он нихуя не сделал. Он сидел на базе и что-то там дрочился. А ведь так мог затащить. Опыт решает все. Угу. Ну да, я думал, нас затащили. Они бы вот отсюда могли обойти нас снизу. Они что-то сверху пошли все. Так, куда же вы уходите, надзиратели? Сейчас я их штормом. Я у них еще два. Это что? Там, думаю, сейчас проверим. Вы куда быстрее меня? Меня это печаль. А, это материнское ядро этого нашего пиздатого союзника. Давайте скажем, что он пытался. Вот и он. Вообще, я знаю, как легко можно пробить эту за зергов ебанутую хуйню. Ну, фотонки перед базой. Так что... Так, у них тут еще рядом база. Надо было сразу фотонками их рашить, да и все. Тем более, у нас три протоса. Два нормальных таких. Будет исполнен. Фу. Так, где они еще засели? Я их тоже понял. Это же Ажа. У кого эхо? Оп, извиняюсь. Сейчас есть? Не знаю. Есть. Отлично, налево. О! Где-то они тут должны быть. Вот они. Так, одного замочили, а где второй? На карте что-то не видно его. О, посмотри, Пашка, Пашка. Паш, куда вы, блядь? Слип от шары. Беспалевное здание. Он, наверное, хотел до меня пробежать. Так, ну еще где-то есть. Сейчас воздушкой полетаю, посмотрю. Пофиг, увидим, если будет еще. Вот, они здесь или здесь. Месторождение минералов истощено. Мы приказываем. Они эти простят. Воу-воу-воу! Воу-воу! Так, сейчас я там призываю. Они отступили. Это... Что это было? Ему это ничего не даст на самом деле. Он спалил свою базу. Вот она. Я первый, что я прилетел. Мы в пути. Где там твои маленькие друзья? Загружаем приказ. Где его маленькие друзья? Они ведь... Он их закопал. 13 косарей минералов. Да ладно. Стой, сука, блядь, не уйдешь все равно. Вот падла ушел. А, нет, не ушел. Все равно не ушел. Что, думал, своих зеркал? Мои рабочие вообще невозмутимые самые. На них атаковали, им похрен. Мы в пути. Так. И где еще? Во-во-во, вот она база. Я ж сказал, что там тоже есть база. Это я, блядь, предвидел все. Йога-мастер, ты понял? Месторождение минералов истощено. Да. Нет. Отлично. Тюджи! Да-да. Как батки затащили. Фу, вот это сегодня денечек был неплохой. Ага. Да, и Валера специально заставил нас ожидать, чтобы я не мог выйти отсюда. Да. Так, ну почитай, что там пишут. Андрюха говорит, GoSump, мне скучно. Обойдешься, Андрюха, каждый день играешь. Я вообще раз в год зашел как-то. Пашка, надо будет потом МТА продолжить. Что Почему продолжить? МТА. О! На Дэй серверах. Да. Как я тогда? А что если ударить?
Нифига я левел на пол себе сейчас. Пятый левел. У меня 1 миллион опыта за зергов и за этих.